Есть такой советский фильм «Казачки сдали меня». Старикам здесь не место. Загадки новейшей истории будут разгаданы. За дело берется Захар Прилепин. Он выяснит все. Упрощенно говоря, кто виноват? Собеседники Захара Прилепина – главные герои ключевых исторических событий последних десятилетий. Им есть что рассказать. Может быть, это равно как и плюс, так и минус? Их правда всегда отличается от того, что написано в учебниках. Вы уже посылаете к черту журналистов, которые просят рассказать вас, как ваша жена ушла к Борису Березовскому? Старикам здесь не место. Мы еще об этом поговорим.